В этот день, 12 марта 1881 года, родился Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турции, реформатор, диктатор, человек, сделавший Турцию европейской страной. Это, можно сказать, турецкий Петр I. Это он разрешил женщинам ходить без чадры. Это он перенес столицу Турции в Анкару. Он пустил трамваи. Он создал парламент. Он ввел латинский алфавит вместо арабской вязи. Но самое главное, что он сделал, на мой взгляд, он создал современную турецкую армию и создал институт офицерского корпуса. Он создал новую форму правления, где армия является гарантом демократии. Турки его очень любят. Можно сказать, что существует культ Ататюрка в стране, и, на мой взгляд, этот культ абсолютно заслуженный. Потому что столько, сколько он сделал для своей страны, вряд ли кто еще в турецкой истории сделал. Повсюду есть изображения Ататюрка, статуи, бюсты. Интересно, что Ататюрк тоже создал два памятника для советских военачальников. Ворошилову и Фрунзе он поставил памятники за то, что они в свое время помогали турецким войскам в войне против греков. Кстати говоря, когда он разгромил греческие войска, он подвел под это очень забавную идеологическую базу. Он сказал, это месть, это наше возмездие турков за разгром Трои в Троянской войне. Когда после поражения греческой армии Ататюрк въехал в освобожденный Измир, то под колеса кто-то бросил греческий флаг. Он остановил автомобиль, вышел из него, поднял греческий флаг и обратился к толпе со словами: «Знамя является символом суверенитета и нации, и его нельзя оскорблять». Воцарилась тишина. Ататюрк, я думаю, обладал и артистическим таким талантом, он умел создавать эффект. Он, во-первых, чисто брился, это уже было не мусульманские обычаи. Он носил изумительные фраки, хорошо сшитые в Париже, смокинги, носил прямой пробор и употреблял алкоголь. Все это было вызовом. У него было много врагов, ему предрекали верную смерть, и, конечно, фундаменталисты могли его убить каждую секунду, но он выжил. То ли он был очень смел, то ли ему везло. Надо сказать, что Ататюрку удалось сделать то, что не удалось практически ни одному правителю мусульманской страны. Он сделал из Турции светское, демократическое, можно сказать, почти европейское государство. В конце своей жизни он тосковал и страдал. Страдал он от скуки. Кстати говоря, умер он не от скуки, а от цирроза печени вследствие чрезмерного употребления алкоголя. Но это нисколько не компрометирует великого деятеля в глазах турок. Наоборот. Всякий раз, когда они открывают бутылку раки, а это виноградная водка, настоянная на семенах аниса, они с удовольствием, я бы даже сказал, с благоговением, вспоминают своего первого президента и основателя турецкого государства.